13 марта 2020 года. Район моста через Сусую по дороге от Троицкого до Южно-Сахалинска. Здесь Сусуя практически самая нижняя часть после Южно-Сахалинска. Она принимает все возможные загрязнения именно на этом участке. По насту идти тяжело, все проваливается. Отошли метров 100 выше моста. Здесь Сусуя воняет, вода воняет сточными водами. С обрыва опустили датчик. И сейчас будем смотреть. Пока кислород слишком высокий, надо дождаться, пока он покажет реальную картину. Точка 77. Запишем, что это район моста. Для продолжения работ выхожу на косу с маленьким сачком аквариумным. Разумеется, нет никакой надежды, что будет что-то живое, но для чистоты эксперимента я все же попробую. Видно, что на дне густые обрастания. Вот они сейчас и будут в сачке. Разумеется, ничего живого в этом комке слизи нету. Именно поэтому единственные живые существа здесь, это мы. Не видно пока здесь никаких водоплавающих, хотя говорят, что они зимуют на этих открытых местах. Просто потому, что здесь им есть нечего. Я думаю, эпизод первый показал, что этот кусок Сусуи явно мертвый.